Наконец-то дождались. А еще раз всем привет. Очередной видос, обещанный с шашлычка. Далеко не пошли. Да. Кому интересно, что это, посмотрит видео, там есть у меня по изготовлению и тестам. Это тема Второй мировой войны, походная печка егерей, вермахта, ну или немецких войск, о том мне уж там говорили. Ну чего ты все время каждый раз повторяешь? Вот, сейчас прожигаем, и у нас шашлычок. Пасхальный. Разговляемся, грубо говоря, мягко выражаясь. Ну, Христос воскресе! Ждем продолжение. Самое вкусное продолжение. А, далеко не пошли. Здесь прям у разбитого дома. У разбитого корыта. Сидит старуха у разбитого корыта. Да, как-то мы здесь на 9 мая сидели. Года два, что ли, назад. То же самое. Не пошли в лес. А вообще, он здесь раньше, когда народ здесь жил, собирались здесь вот в этих кусочках с гармонией, с музоном, и свадьбы здесь, и дни рождения, чего здесь столько не было. Жили одной семьей. Все, это уже никогда не будет. Где-то есть, во всяком случае, здесь. А так здесь такой палисадничек уютненький. Сейчас быстренько все это дело прогорит и заряжаем. Шашлычок у нас сегодня, я взял свинины, по 200 рублей вот такие вот продают у нас в одном месте. Я его попробовал, да, вкусненький, нормальный. Вот один карбонат, никаких жил, нифига. И парочку, вот, сколько там, штуки три, наверное, голяшек куриных. Вот. Даже под это дело сегодня обедать не стал. Так что разговляемся по кайфу. Камеру взял. Хотел на камеру, ну. Не надо так официально. В общем, ждем продолжения. Слюньки уже начали течь. Ага. Так, и у нас первая партийка пошла. Сейчас крышечкой прикроем. Так оно получше будет. Вообще лучше можно фольгой. Так быстрее. Так, ну что, минут 10-15 у нас здесь уже. Ну, мясо вот такое. Обалденно. Готовится быстро, вкусненько. А запахи здесь стоят. Мама, не горюй. О! Пока ходил за курткой, блин, прохладно, подгорело немного, но ничего. О, блин, вкусняк. Кетчуп хороший. Бери все. Где съешь, пока горячий? Сейчас там еще второй замес. Замес номер два.
Возьмем пару кулей. А попозже посмотрим. Сидим, если все там. Ну, так. На следующий раз домой сбил. А тем не менее у нас без 26 и четвертый замес. На этот раз у нас курочка. Вкусненькая, сочненькая. Оближешь пальчики. Просто сказка, а не курочка. Два месяца строгого поста. Даже больше. Брат соскучился, хочется. Вот особенно последние вот недели где-то так вот мясо хотелось. Вот. А потом на грибы перешел. То есть тот же белок, да, посытнее там начал уже там вешенки. И как-то все это. Кстати, со временем я несколько месяцев был так вот. Ну, жесткий такой пост, да. Ну как жесткий. Ни мяса, ни рыбы, ни масла, ничего такого. Вот. Отвыкает организм довольно быстро. И начинает уже перестраиваешься там на что-нибудь, на там каши, супчики там овощные, что-нибудь такое. Очень быстро перестраивается. И становится нормальным, так что я вас уверяю, ничего здесь такого нет. У многих это норма жизни постоянно. Ничего. Вот. Ну, думаю, сейчас еще полчасика побудем. Еще, может, один заметик сделаю. Посмотрим. Вот, солнышко уже садится. Сейчас уходит за дом. Вот. Да, осталось он почти по... Ну, там, правда, это лук, там все дела. Ну, ничего, на следующий раз. Или дома на сковородке я делаю. Тоже вкусно. Красота. Ну что, хватит, наверное, сегодня обжираться тоже. Еще вот замесик. Сейчас там уголек. Да, его даже дожигать не надо. Там осталось тут чуть-чуть. Вот. Перекусим и потихонечку домой. И через полчасика, через часок это видео будет уже у вас на экранах. Потому что сегодня у нас 29 апреля 2019 года. Всех благ вам. Всего самого наилучшего и доброго. Все, ребята. Конец.